Ребенок – главный пассажир. В Кировской области продолжается профилактическое мероприятие, цель которого – обезопасить юных участников дорожного движения. На днях кировские водители получили экспресс-урок от ГИБДД, причем прямо на загородной трассе. Автомобилистам раздали памятки и еще раз напомнили о том, что именно взрослые отвечают за безопасность ребенка, который находится в машине. Кроме того, автоинспекторы дали советы по выбору детского автокресла и способах его крепления. Тема эта актуальна и заслуживает пристального внимания, говорят в ГИБДД. Только за прошедшие выходные в регионе пострадали 7 маленьких пассажиров автотранспорта. Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что в соответствии с пунктом 22.9